Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Эрну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период Слушай, она из воронки, пчелы улетает, и она от них отмахивается. Жрат, говорит, надоели. Пчелы в воронке? да, из воронки улетают. Хорошо, я даю команду, значит, третья воронка уходит в клетку, тюрьму. Один, два, Три. Вот сейчас хорошо, потише стало, даю согласие. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой, эрны под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все тонких тел эрны, находит все. У меня ничего нет, кроме этой воронки. На счет три выстраиваются каналы от воронки к ответственному. Один, два, три. если такого есть, притягивай в клетку тюрьму. Бес. Считай цифру беса над головой. Восемь. Бес. Он кричит, я не заходил к ней. Я вижу, мама ты... наступила. Где она наступила? Покажи мне ситуацию. В доме. Понятно. Пчелки собирали энергию. Она залезла в мою воронку. А может, все-таки воронка стояла не в том месте? Ладно, объясни мне следующее. Она двигающаяся. Прис... А, это двигающаяся воронка. Хорошо, объясни мне следующее. Ты присутствуешь в квартире? Есть там твои комочки? Есть. Один. Понятно, значит, придется и тебя отпускать сейчас в квартиру. Хорошо, без, давай, выходи тогда, и что ты там оставил ее биополе? Есть что-то? А Сколько я же шаг? говорю, она пусть наступила она в нее. Энергии есть твои в ней? Нет. Хорошо. Угу. Знаешь, что у нее есть? У нее как, как типа яда пчелиного. Вот. Включай внутренний белосвет Эрни. Один, два, три. И на этим внутренним белым цветом выдалит из себя весь этот яд пчел, все негативные патогенные энергии, все выходит, формируется перед ней в шар. Да будет так, а так и есть. Два дня он у нее, она говорит, я так дискомфорт какой-то ощущал. Ну это получается, когда мы уже говорили, если квартира не чищенная, у вас и воронки по квартире, есть движущиеся, есть, которые монтированы плотно, и как оттуда выходят сущности. Все просто. Желтый вышел яд, как мед. Отлично. Желтый яд, как мед. Без. Вот что это такое, а? Пчелки мои покусали я. Открывается портал галактической дроба дарим шаром, он уходит на переработку, закрывая печатаю, растворяя. А я сейчас твоих пчелок могу в пепел превратить. Собрать их всех и в пепел превратить. Но я этого делать не буду, так как воронки действительно еще открыты. Если бы ты напал на нее, я бы это сделал. Хорошо, без. Открываю тебе сейчас портал в дом. Не теряю. Кто еще в доме находится? Черт есть там? Нет. Значит, ты там хозяйничал один, да? Я хозяйничал. Хорошо, я тебя сейчас отпускаю в квартиру вместе с твоей воронкой, собирай все. И через пару минут я приду туда, проверю, соберу весь негатив в квартире. Если ты там хозяйничал один, я этот негатив отдам тебе, если хочешь. Хочу. Хорошо. Кооперируй со мной и отвечай на вопросы. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру Эрны. Один, два, три. Бес со своей воронкой уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И пчеловод, ты посмотри. О, вещи бывают. У ну, нас там уже и доберманы были, а еще пчелки. Давай сделаем контрольную проверку. Сканер сканирует, делает контрольную проверку. На чисто. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Эрне и какая частота вибрация максимально комфортна для ее биополя. 320 и 25. И на три 3 в макушку головы Эрны начинает поступать 7 высоковибрационных вибрационных потоков по 320% каждый. 1, два, три, Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Эрна, как вы себя чувствуете сейчас? Да, как чувствую, чувствую все эти энергии, хорошо мне с ними наполнено, заряжено. А на земле вы это делаете? Не особо делаю. Ну вот. Но пытаюсь прочувствовать. Я вам объясняю. Изменения. Я вам объясняю. Без у беса 8 герц. Он может войти в ваш биоробот, если ваша частота соответствует его частоте или ниже его частоты. Нормальное состояние вашей вибрации 25 герц. Бес вошел на 8. Разбираться совсем с этим надо. Конечно, надо разбираться. У вас в три раза меньше было энергии, потому что энергия не держится вечно. Вы должны каждое утро себя этими энергиями заправлять. У вас будет сила на весь день, и одновременно ни одна сущность не сможет в вас войти просто по герцовке, потому что ваша герцовка будет выше ее. Хорошо, будем возвращать вас назад в ваш биоробот, и сразу приступаем к вашей квартире и. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Эрны в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаясь от объекта и переносись к входной двери квартиры Эрны. Один, два, три. Ты стоишь перед дверью. Да, я здесь. Одевай на тебя специальный матрицы земли. Есть. Входи в квартиру. И я даю команду. Береги, находясь в этой квартире. Один, два, три. Клетка установилась. Хорошо. Прохной красный дракон. Без. Без воронкой и пчелами. Две воронки. Две воронки, хорошо. Еще что? Все. Хорошо. Так, под воронками открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид, ты все собрал? Все собрал. Больше сюда не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он целый мешок паутины потащил за собой. Ну там все было в паутине. Хорошо. Так, красный дракон. Ты все собрал? Все свои платы? Или тебе надо снял время? Снял платы, да. Нет, все снял. Хорошо, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше не придешь ни в эту квартиру, ни в этих людей. Я не прихожу к тому, у кого есть печать. Даю свое слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Один, два, три. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Без. Давай, собирай тогда свои комочки, одеялки. Да сделал уже все. Хорошо, давай тогда покажи мне, где находятся еще порталы в этой квартире. Я их закрою, после этого я отдам тебе все, то, что обещал. Приступай. Три портала. Три портала, хорошо. По углам, со входа на лево, в комнате угол левый. Хорошо, левый угол в комнате от входа. Под ним под этим углом открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Показывай второй. Секрет тебе расскажу. Давай. По углам негатив собирается. Так и порталы открываются. Боль, слова, все туда летит. Пошли, другой покажу на кухне. Пошли. Тоже в углу за холодильником. И в углу за холодильником открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывай, раствори. Готово. Хорошо. И еще один портал остался у нас, и мы закончили. В ванне у меня портал. Нравится мне здесь. Пол... Кресло это мое. А, кресло, понятно. В ваннах интересно я думал на кухне ты любишь обитать хорошо на кухне в углу был портал только что закрыл его. я понял да хорошо давай тогда в ванной где находится это пол или стена или это кресло самой что? ванной самой ванной вот это да такое еще не видел хорошо под ванной открывается портал галактическое ядро 123 засасывает туда этот портал фантом портала на частицы все уходит на переработку в чистую первичную энергию Закрываем. Хочу удивляться, грязи-то много здесь. Я вход в ванной видел, на стене видел, на полу видел, но не видел никогда в ванной, я об этом говорю. Uh -huh. По идее, там еще и запах же должен быть. Да, все вместе здесь пробито, и ванна, и пол. Понятно, да, да, конечно, тебе там раздолье было. Хорошо, мы, мы закончили? Порталами закончили. Энергии ты мне обещал. Переносимся все вместе к нашей клетке. Один, два, три. Я даю команду на счет три. С каждого тюрьмы формируется в два шара. В один шар идет космическая энергия. В другой шар идет темная, низкая вибрационная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Это мои пчелки собирали. А я это могу за две минуты сделать. Тебе столько ну, крутой. Ну так зато ты пчеловод, в отличие от меня. У меня пчел нету. Приходится как-то так делать. Я мед собираю. Я еще никогда не видел беса с пчелами. Я тебе честно скажу, я видел беса с э, доберманами, которыми висели на человеке. Птиц видел, ворон клевающих, змей видел. Но пчеловода я первый раз вижу. Уникальный ты экземпляр бес. А я экологичный бес. Ой. Не люблю насилие. Ты посмотри, хорошо. Разумно надо собирать энергию. А вот космически не знают этой разумности. Они если забирают, так уже конкретно, ты сам знаешь. Вот из хотя бы этого дракона. А я человеком раньше был. А ты что? Любил пчелок. Вот как? Только с ними общался. Так ты не первородный бес? Ты пришел, ты был человеком раньше? Был человеком. Расскажешь немножко о себе? Похвастаешься? А я тебе сейчас весь этот негатив отдам, чтобы у тебя сил было. Что там с шарами? Не хочу рассказывать. Ну, пару вопросов я тебе задам. Чисто. Шары готовы. Хорошо, под космическим открывается портал галактической ядро 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяй. И с темной энергией эмоций, мысли, чувств отправляет от шар демону, как, бесу, как и обещал. Мне нравится, как ты меня назвал. Ну, ты же намереваешься в бесы, правильно? У тебя все-таки восьмой уровень, потом девятый, а потом ты уже... Есть у тебя такая цель? <зарядок> Подожди, хорошо, зарядился. Хорошо. Расскажи мне в двух словах, когда ты жил на Земле и что ты такое сделал, что ты ушел, что ты стал бесом? Недавно жил. В 30-х годах прошлого столетия. Помню еще все хорошо. В какой стране жил? Польша. Польша. Хорошо. 30-е годы Польша. Там как раз война начиналась. Как там случилось? Что ты сделал? Такое... Что До ты... войны все было? убил кого-то, подталкивал к убийству или как? Подвалчик у меня был на пасеке. И ты там замучил людей, да? Девочек любил. И много душ погубил ты там в своем подвальчике? Не люблю вспоминать это. Понятно. Сколько лет ты прожил в человеческих годах? Сорок восемь. 48 лет. И как ты погиб? Последний мой вопрос. Больше я тебе никаких вопросов не задаю. Посадили меня там и нашел свой конец. Понятно. Хорошо, Бес. Я, я полагаю, ты сейчас хочешь уйти на свою чистоту, да? Хочу. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три И Бес уходит на свою чистоту забирает все, что он с собой принес, закрывая, опечатывая, растворяясь из того огненную пентаграмму. Готово. Вот так вот. Вот такие бывают вещи. Хорошо. Клетка пустая? М -м да. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо, поехали с чисткой квартиры. И? Готово. Хорошо, переносимся. Мы закончили здесь? Да. Переносимся к входной двери. Один, два, три. Я здесь. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел прием. Я на месте.